Добрый вечер, мои хорошие, и мне уже принесли ужин, и хочу вот вам показать вновь, да, давно у нас этой рубрики с вами не было, вот, вот такой вот ужин у меня: морковный суп, рис, мясо, кстати, мясо, свинина, да, для... И хочу сказать, как мне писали в комментариях, что никто для вас отдельно готовить не будет. Будет, ребята, будет и будет, потому что у всех все разное. Вот эти вот лоточки, они идут разного цвета. Есть белые, желтые и голубые. И каждому приносят, кому что там можно, положено и тому подобное. Йогурт, соль. И вот такой вот ужин. И бутылочка водички входила. Вот такая маленькая. Все, вот такой вот у меня ужин. Так что буду ужинать. Ну и кто ужинает, тоже сейчас приятного аппетита. Хотя не знаю, когда видео выйдет, но все равно желаю всем приятного аппетита. Все, я очень хочу есть. Это мой первый будет прием пищи после операции. Так что сейчас буду пробовать. Доброе утречко. Доброе утро, мои хорошие. Вот я, вот уже новый день. Вот. Слава Богу, как говорится, жива, все нормально. Принесли мне завтрак. Сделали мне эту... перевязку, что-то прилепили к шее. Вот. В общем, сегодня отпустят меня домой, еще прокапают мне антибиотик, сказали, и отпустят меня домой. Буду дальше я проходить свое лечение уже дома. Не лечение, а восстанавливаться. Вот. Ну, слава Богу, я рада, что температуры с утра уже не было, потому что в этот полночи горело. Вот. Все время капали, в общем. Не буду о плохом, в общем, все уже позади. Теперь нужно побыстрее уже восстановиться и во вторник идти вновь в бой. Вот. Ребятушки, спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное за теплые слова, за поддержку. Ну, вот такое вот мне не очень. Том, что хотелось бы как можно больше чего-то радостного. Но пока моя жизнь вот такая вот. И ничего с этим не поделать. Вчерашнее видео, вы даже, знаете, я даже не думала, что настолько микрофон чувствительно от работы, отдаст там звуки шума. Но вот в этой палате так работает громко кондиционер. Слава Богу! Слава Богу, что они его сегодня вот отключили буквально под утро. Потому что вот такая вот голова. Просто кошмар какой-то. В тех палатах как-то там регулировалось все. А это я не знаю, какая... Или для непослушных людей каких-то, или я не знаю, или это просто такая какая-то экстренная, потому что здесь вообще все не так, как даже было в тех других палатах. Но ничего, спасибо, как говорится, и на этом, что приютили. Все, ребятушки, я уже переоделась, уже надела свою шапку-ушанку. Все, и отправляюсь домой. Наконец-то. Вот. Тут, правда, торчит немножко. Ну, фиг с ним. Каждый день мне теперь надо будет сюда ездить на перевязку, потому что хирург не разрешил, чтобы я ничего там сама не трогала, ничего. Он каждый день будет наблюдать, так что теперь мне сюда ездить каждый день. Следующая консультация 22 сентября. Но я не знаю, он мне ничего не говорил, не сказал это все на обходе. Сейчас пойду туда к нему, попрошу перенести на этот, на 21, потому что 22 у меня химия, и что, будет совсем не до хирурга. Так что все, поздравьте меня.
Я отмучилась. Вот. Ну, еще, конечно, болит. Болит все это. Он говорит, а вот все, после химии типа придешь и поставим с другой стороны. Я говорю, нет, доктор, пока я теперь несколько дней не вкушу, не сделаю пару глотков воздуха на все меха и поживу, что у меня ничего не болит, я никуда не сдвинусь с места, просто никуда. Все, я хочу хоть пару дней пожить без боли. Все, ребятушки, я собираю свои манатки и быстро-быстро чешу домой. Все, ребятушки, я уже дома, наконец-то дома. И стены лечат, все это круто. Мама дождалась Данила, пошли с Данилом в магазин, там кое-что нужно было подкупить. Мама сейчас в расстроенных чувствах, сегодня мыла полы и поломалась швабра, и все это, говорю, господи, не было печали. Ну вот, что-то у нас такая погода какая-то сегодня. Пасмурно, такой ветерок, в общем, голова просто катастрофически разрывается. Вот, бабулита тут моя, смотрю, занимается усердно, это все дерибанит листочки, все это потому что начинает готовить про запасы. Я говорю, все, тебе уже у нас надоело, ты уже, наверное, этот ждешь, как бы пойти побыстрее, поехать, то есть побыстрее домой. Ну, в общем, начала заниматься полуфабрикатами, хочет на первое время, пока мне, допустим, там или плохо вдруг будет, или еще что-то, для того, чтобы сделать всякие там запасы. Вот, наговорит, наделаю голубцов, там эти вареники, там какие-то пельмени, в общем, вот такое вот, в случае чего, чтобы мои мальчишки могли просто себе там отварить, это уже такое несложно. Вот, так что вот так вот. Я, если честно, если я так разленилась в том плане, не разленилась, скажем так, расслабилась, да, потому что мама все время готовится, я говорю, боже мой, мне аж не верится, что я хоть немножко отдыхаю от кухни, потому что все время только мама там, если что-то могу, что-то там, конечно, помочь, но все в основном такое, знаете, лайтовое, салатик там какой-то сделать, ну вот такое вот, а так, ну вот сегодня даже приехала с больницы, уже все, уже полы были в доме помыты, уже обед стоял горячий на плите, в общем, круто. Ну вот, не знаю, думаю, так не хочется, чтобы мамочка уезжала, ну пока она еще, конечно, здесь. Вот, надеюсь на то, что все-таки она будет у меня, пока мисс Макс не вернется. Вот, так что вот так вот. Вот, пришла домой, вы знаете, пришла домой, переоделась, все это, даже кажется, что как-то и плечо меньше болит, все дома, все такое, все родное, пушистик встречал, все встречали, в общем, круто, 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 вот, так что восстанавливаюсь, да, 22 числа у меня химия, так что врач говорит, вот еще чуть-чуть, там, типа, после химии отойдешь и придешь делать сюда, я говорю, ну-ну-ну, говорю, пока, мисс, говорю, я не вкушу несколько глотков свежего воздуха и понять до такого, чтобы можно жить без боли, и что я несколько дней, у меня ничего не будет болеть, а лучше неделю, я говорю, я никуда не пойду. Никуда. 24/7, говорю, я уже утомилась. У меня каждый день что-то болит. Я уже как старая какая-то бабка такая, это, которая уже, знаете, я говорю, не, говорю, не хочу. Так что я это, говорю, набираю сил, а потом только подумаю. Ну, не подумаю, конечно, я все равно буду ставить, но не хочу вот прям сразу вот отошла все это и вперед идти ставить. Меня так вымучило это дурацкое плечо, что я теперь просто панически уже боюсь этого второго катетера. Вот. Вот так вот. Ребят, еще хочу к девочкам обратиться, те, которые девочки под последним видео, что туда вообще разошлись, тоже часто пишут, и те, которые девочки вот поскидывали мне скрины и ссылки по, даже не могу сказать, по недочеловеку,
ну, сказать, животное, это как-то грубовато. Ну, в общем, вот это недоженщина, недочеловек, который там снимает какие-то гадости, да, про меня, рассказывает все это. Пожалуйста, я вас очень прошу, я вас просто умоляю, не скидывайте мне и ничего мне не говорите. Мне неинтересно. Я не собираюсь вести перегвоздки, передрязки и тому подобное. Я сейчас сосредоточена на своем здоровье. Для меня важно мое здоровье, моя семья, мои друзья. Вот. Для меня важны мои вот зрители, с которыми я вот прекрасно кайфую и все. Кто что говорит, кто там что-то не верит, кто что-то... Меня вообще это нахрен не интересует. Вообще не интересует. Кто что сказал, кто что мазал. Все их слова пусть им ложатся на плечи. Все, что они желают мне, пусть это все обернется им. Пожалуйста, я вас очень прошу. Я не пишите и не обижайтесь. Любой комментарий с вот этим говночеловеком, именно с фамилией вот этого человека, который будет появляться под моим каналом, не обижайтесь, пожалуйста, я буду удалять. Вот. То, что там писали еще, что я удаляю какие-то комментарии, ребят, я ничего не удаляю. Ничего. Если это не идет напрямую какое-то там оскорбление, или еще что-то там меня, или моих там детей, или моего мужа, или еще что-то, я не удаляю ни одного комментария. Если даже что-то не понравилось, допустим, моему модератору, которое может удалить, то мы всегда, ну, она может мне это сказать, там не то-то было, то-то, то-то. Вот, или еще, ну, вообще. Так что немножечко бывает, сейчас загоняет YouTube в какого-то фига. Вот у меня, допустим, моя вот зрительница, с которой я прекрасно общаюсь в личных сообщениях, говорит: Таня, я, допустим, сегодня 3 раза написала комментарий тебе, вот напишу, пропадает, пишу, пропадает. Так что это вот еще немножечко что-то подкачивает YouTube. А так я не удаляю ваши комментарии. Даже если это допустим, комментарий может быть какой-то с каким-то подколом, с каким-то подстёбом там или еще что-то. Ну, сколько людей, столько и мнений, так что меня это абсолютно не обижает. Я же говорю, что мне абсолютно все равно, и я терплю ровно до той степени, пока мне не идут прямые оскорбления. Так что, если вдруг пропадают ваши комментарии, пожалуйста, не нужно писать о том, что я что-то удалила, что я люблю, когда меня там облизывают, носят на руках, там целуют и тому подобное. Но это просто бред. А если у меня, допустим, 99,9% хороших комментариев, так это же круто. Я очень рада, что у меня собрались такие классные друзья. Я скажу даже не зрители, скажу просто друзья, которые находятся рядом со мной, которые меня поддерживают и которые пишут добрые комментарии, с которыми мне приятно всегда пообщаться и уделить свое время, разделить с вами. Вот. Потому что я не могу, у меня даже язык не поворачивается, потому что некоторые, смотрю, там даже мне поставили, понимаете, уже срок жизни и смерти. Вот, пишут на каждом углу о том, что мне осталось там жить 2-3 месяца. Там, ну, короче. Ой, ладно, не буду. Пусть остается это все на их совести. И пусть Господь сам распоряжается, что делать с такими людишками. Вот. А вам всем, как всегда и по всей традиции, я желаю крепкого здоровья. Самого крепкого. Спасибо, что вы у нас есть. И я очень-очень рада. Нас сегодня уже 9000. Нас огромная, большая, крутая и классная семья. Я вас очень люблю, ребята. Спасибо за каждый ваш комментарий, за каждый ваш просмотр, за минуточку уделенного для меня времени. Для меня это дорого стоит. Я всех обнимаю крепенько-крепенько, всех целую и всем до скорой встречи.